Бери, бери, бери. Желтый след. Ты видел? Она набросилась на меня. Вот черт. Это чей-то хвост внутри Эми Роуз. Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, а перед началом три ваших самых страшных комментария. Раз, два и три. Бум. Надеюсь, что вам понравилось, и вы напишите под этим видео тоже много-много очень клевых комментариев и попадете в мое видео. И давайте, ребята, наберем на этом видео 10 тысяч лайков, ведь вы знаете, больше лайков — чаще видео, а так я публикую видео каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье 4 раза в неделю, так что не пропускайте новые серии. Друзья, в предыдущем видео мы смотрели ужасный, страшный фильм «Соника Экзи и Эми Роуз. Страшную историю любви». И в мой дом как-то пробралась Эми Роуз Экзи. Также в моем доме находился и Соник, и Шэдоу. И сегодня мы должны лишить Эми Роуз вуду магии. Она у меня находится здесь, в специальном ящике. Черт, что это такое? Ребят, я не поняла. Я вчера закрыла в ящик, в этот бокс, Эми Роуз, друзья. Где? Она сбежала, смотри. Где? Как она могла уйти из закрытого бокса? Он реально закрыт. Черт, значит, она где-то в доме. Друзья, я все еще думала, я, когда спала сегодня ночью, я слышала какие-то непонятные звуки. Походу, это Эми Роуз. Мне еще повезло, что я осталась жива. На самом деле, Эми Роуз живая, она исчезла. Черт, что же делать? Нужно ее срочно найти и лишить ее вуду магии. Нужно разрезать и достать все мистические предметы, которые делают ее живой. Я не знаю, как... Смотри, что это? Это какая-то записка? На двери посмотри. По-моему, там написано «Смерть». Ребята, там написано «Смерть». Этого не может быть. Эми, посмотри. Посмотри, это точно записка. Посмотри, черное сердце. Друзья, тут написано «Смерть». У меня аж в горле пересохло. Этого не может быть. Еще одна записка на моей серебряной кнопке Ютуба. И опять черное сердце. Ищи. Походу, Эми Роуз хочет поиграть со мной в экстремальные прятки, прежде чем я лишу ее вуду магии. А возможно, друзья, она и не планирует. Слышишь? Звук как будто колец, монет. Она играет со мной, она зовет. Эми? Эми Роуз? Наверное, существуют еще какие-то бумажки с подсказками. Смотри, на холодильнике. Снова черное сердце. Друзья, что это может означать, я не знаю. Черное сердце. Я близко. Мамочки, мне страшно. Я просто не знаю, что может сделать Эми Роуз Экзи. Потому что я же разрезала ее любимого Соника. И Шэдоу я тоже разрезала. Она может сделать со мной все, что угодно. Ребят, я не знаю. Поддержите меня, поставьте лайк. Господи, пожалуйста. Эми. Эми, пожалуйста, прошу тебя. Тебя вообще здесь не должно быть. Ты просто живая игрушка. Ты... Твоя энергия, твое тело потустороннее, оно должно быть в другом мире, а не в этой игрушке. Ты не должна быть здесь. Я этого не хотела. Я просто посмотрела этот страшный фильм. Эми? Эми, я захожу. Эми? Здесь. Эми? Нет. Эми, ты здесь? Черное сердце. Посмотри. Черт. Прямо в унитазе. Господи, что она хочет? Эми? Я что-то увидела там внутри унитаза.
Там кто-то был, ты слышишь меня? Там открой, кто-то был! Я посмотрю! Я боюсь! Господи, я боюсь! Дим, осторожно! Я точно тебе говорю, я там что-то видела! Ничего нет. Там как будто что-то черное было. Это очиститель какой-то. Черное сердце. И тут написано «Ужас». Что ты задумала, Эми? Я не знаю, что она задумала, друзья. Но нам не стоит... Куда не стоит ее недооценивать. Нам нужно разобраться. Ужас. Я близко. Ищи смерть. Эми? О, Господи, нет! Мы же только что здесь проходили. Как она оказалась здесь? Ребята, посмотрите, она, я не знаю, она телепортировалась. Она здесь. Я не могу, мое сердце сейчас вырвется из груди, друзья. Надо ее взять. О, черт. Ты же помнишь, что она обладает телекинезом. Она может селиться в меня. После предыдущего видео, ребята, если вы помните, я боюсь. Надо что-то предпринять. Нам нужно ее схватить, друзья. Я пошла. Эми? Эми Роуз? Ребята, вы видите? Эми Роуз как-то оказалась здесь. В общем, ребята, она живая. И чтобы она успокоилась, нужно лишить ее вуду магии. Друзья, нам необходимо поймать ее. И, в общем, я не буду говорить это вслух, иначе она убежит. Эми? Эми Роуз. Вот черт, она реально живая! Ты видел, как она набросилась на меня? Господи, это просто жесть! Ты видел, она набросилась на меня! Так, не смотреть ей в глаза, не смотреть ей в глаза! Господи! Так, Эми? Так, короче, друзья, быстро, нужно ее сейчас разрезать. Глаза, так. Самое главное. Подожди, нужно ее обратно заточить. Заточить в этот бокс. Все. Как она оттуда выбралась, я не знаю, друзья. Я не знаю, может быть, кто-то ей помог. Господи, смотрите, что нужно сделать. Необходимо пожечь свечи и стереть ее записки. Они как что-то делают. Наверное, они делают что-то плохое. Наверное, они оживляют ее. Или я как будто... Мне плохо. Нужно зажечь свечи, Дим. Сейчас я принесу. Друзья, пока Эми Роуз, Экзи... Соник, девочка Соника Экзи находится в боксе. Я сожгу ее письма, которые она писала для меня. Ищи черное сердце. Необходимо все сжечь. Потому что это магия, это специальная магия. Я не знаю, откуда она ей владеет, этой магией, но нужно это все сжечь. Теперь нужно сжечь черное сердце смерть. Смотрите, какой желтый след находится. Также нужно сжечь письмо «Я близко», тоже с черным сердцем. И «Ужас» тоже нужно сжечь. Так, только после этого я могу приступать к завершению обряда вуду-магии. Но это будет не конечная стадия. Последний. Последний листок сгорел. Посмотрите. Все. Все. Сейчас последнее красное уйдет, друзья, потому что вся магия должна выйти из этих листков. Если вы пишете заклинание, то обязательно магия должна выйти из листков после того, как вы их зажжете. Эми? Теперь я могу провести обряд над Эми совершенно спокойно. Эми сейчас не может владеть телекинезом и не может вселяться в меня. Сейчас она не так опасна для нас. И поэтому мы достанем все то, что делала Эми живой. Что в тебе там? Что такого особенного? Как ты могла вселяться в меня? Лишим ее пуговичных глаз,
потустороннего мира. Раз. И два. Господи, посмотрите на эти кровавые глаза. Они все в мультяшной крови, запеченной. Я не знаю, что внутри Эмми, но, походу, это что-то ужасное. Так, как всегда, здесь пух. Специальный игрушечный пух. Так, я что-то нашла, что-то в ее голове. Посмотрите, сколько этого пуха. О нет, господи, опять эта мультяшная кровь. Как всегда, друзья. Ладно, достаем все эти мистические предметы из Эмми Роуз Экзи, из Соника девочки. О, господи, посмотри, в Эмми Роуз просто дофига этой мультяшной крови. Посмотри, как ее много. У меня все в руки в ней. Посмотри, она просто истекает. Я даже не знаю, может быть, чем-то вытереть. Ее слишком много. Ее просто дофигище, ребята. Она даже, я не могу ее вытереть. Почему в ней так много? Наверное, в этих Экзи живых игрушках, которые умеют и владеют телекинезом, то есть умеют выселяться из игрушки и вселяться в человека. Наверное, офигеть просто, какая у них способность, поэтому у них так много мультяшной крови. Я просто вся в ней. Ладно, достаем, друзья. Что это? Господи. Это зубы. Это огромные зубы какого-то монстра. Друзья, только ради вас я сейчас попробую примерить эти зубы. Реально, фу, офигенские зубы. Кстати, мультяшная кровь на вкус очень странная, безумная. Ладно, давайте дальше достаем все то, что находится в этой проклятой живой игрушке. Господи, кошмар. Это чьи-то волосы, что ли? Я не знаю. Ребята, это какое-то животное, что ли? Похоже на настоящее. Посмотрите. Посмотрите на эту шерсть. Боже мой. Что это? Я не понимаю, что это. Ребята, посмотрите. Это какой-то зверек, что ли? Она сожрала какого-то зверька. Я не знаю, что это внутри нее. Вот черт. Это чей-то хвост. Чей-то хвост внутри Эмми Роуз. Ладно, ладно, успокоимся. Если он не шевелится, значит, он не живой. Не живой? Эй. Нет, походу он не живой. Посмотри, я достаю ее прямо из ее головы. Он очень тяжело идет. Как будто внутри кто-то его держит. Что это такое? Блин, да какой же он длинный. Да сколько же его там? О, черт. Друзья, посмотрите это. Это чей-то хвост. Это похож на хвост какого-то зверька. И причем настоящего зверька. Посмотрите. Боже, от лисенка. Я не знаю, это какой-то кошмар. Это просто какой-то кошмар. Я такого никогда не видела. Ладно, что там дальше? Что это? Таблетки? Это какие-то таблетки, друзья. Давайте откроем их. Это черные таблетки. Они похожи на активированный уголь. Обычный активированный уголь. Но, возможно... Это... А как это не активировано? Слушай, а может быть это какие-то проклятые таблетки, которые положили в Эмми Роуз, чтобы мы их попробовали? Ребята, если вы хотите, чтобы я попробовала эти проклятые черные таблетки, то прямо сейчас напишите в комментариях. Я думаю, что ничего страшного. Ладно, я рискну, но я бы была не королевой мистики, если бы я не попробовала таблетки, которые лежат в Эмми Роуз. Но вы никогда ничего не пробуйте. Лучше смотрите мои видосы и подписывайтесь на канал. Никогда не ешьте то, что вы не знаете. Начнем с одной. Что ты чувствуешь? Было бы хорошо, если бы я чем-то запила. Она безвкусная. Свечка зажигает. Ирина! Что происходит? Ты куда бежишь?
реально ей подавилась. Друзья, вот она, эта таблетка. Она мне встала поперек горла. Это просто жесть. Черт, это проклятые таблетки. Я тебе сказала, что ее надо было запить. Ты не принес мне воды, она застряла просто в горле. Я чуть не задохнулась только что. Ладно, давай посмотрим, все ли я достала из Эми Роуз. Что это? О, это кольца. Это кольца, которые Эми Роуз носит на своей руке. Да, но они почему-то ей малые. Может быть, она просто их собирала. Одно кольцо. Обычно у них вот здесь вот такие кольца. А вот и второе колечко, смотри. Но они ей малые, я не знаю, просто. Наверное, она сняла их с кого-то. Я не знаю, это, короче, кольца, как... которые они носят. Почему-то они внутри ее оказались, но, видимо, они дают ей жизнь. Так, вроде бы там все. Ирина. Ирина, что с тобой? Ирина, я не понял, что происходит. Ирина, что с тобой? Черт, мы же отрезали комнату. Ирина, 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 очнись. Это не может быть. Мы же... Что у меня здесь? Что это за знак? Я чувствую какой-то знак. Она вселилась в тебя. Я чувствую какой-то знак. Ты у думаешь, тебя там шрам. Не может этого быть. Мы же все вынули оттуда. Ничего же не осталось. И глаза, она не могла в меня переселиться. Я этого не чувствую. Но она оставила какую-то метку на мне. Я не знаю, друзья, возможно, Эми Роуз оставила на мне какую-то метку и вселилась в меня. Я не знаю, что произошло сейчас, друзья, но я надеюсь, что это видео соберет 10 000 лайков. А с вами была я, Королева Мистики. До новых видео. Пока.